Что может быть лучше с утра, чем чашечка бодрящего кофе? Она является одним из самых любимых напитков современного человека. Кофе помогает проснуться, активизирует работоспособность, и его можно взять с собой. Однако на этом его достижения не заканчиваются. Где же и как можно применить кофе за пределами кухни? Сейчас разберемся. Кофе – прекрасный компонент для саше. Положите ароматный мешочек в шкаф с одеждой или бельем, и ваши вещи не только станут приятно пахнуть, но и будут сохранены от незваных насекомых, к примеру, моли. Вообще, насекомые чрезвычайно глупы. Они совершенно не ценят этот божественный напиток. Более того, на дух его не переносят. Воспользуйтесь этим на даче. Рассыпав сухую кофейную гущу в местах, облюбованных муравьями, можно без труда избавиться от их соседства. Они уйдут искать местечко поспокойнее. А если вы подожгете кофейную гущу, дымок отпугнет мух и ос. Хотите, чтобы ваши комнатные цветы расцвели пышным цветом? Залейте остатки выпитого кофе водой и полейте цветы. Кофе обладает способностью нейтрализовать щелочную среду и препятствует размножению вредных микроорганизмов. Вы никогда не использовали кофе в качестве приправы? Самое время попробовать. Он хорошо сочетается с паприкой, коричневым сахаром, перцем, луком, чесноком и кориандром и станет отличной приправой к ребрышкам, стейку или курице. Мало кто знает, что мясо, замоченное в кофе перед готовкой, становится мягким, нежным и приобретает изысканный вкус. Некоторые используют кофе как приправу для чили, чтобы придать ему дополнительную глубину вкуса. Про гадание на кофейной гуще, думаю, вы и сами знаете. Поэтому заварите чашечку ароматного кофе и пригласите подругу. Погадайте, а заодно и поделитесь опытом использования кофе в повседневной жизни.